В прошлой серии перепродал я 60, Ладу Калину, Dodge Ram, Corvette со старого БП, после я перепродал Porsche Panamera, такси Marcel, BMW M4, Ford GT. Но что же было дальше, вы узнаете в этой серии. Ну и чё, пацаны, встречайте, это уже 16-я серия пути перекупа Бестика на просторах Black Rush. Но это тормози, братишка, если вдруг ты хочешь поиграть в Black Rush вместе со мной, то просто скачивай игру по ссылочке в описании, залетай на сервачок Crimson, после захода вводи промокод хэштег Бестик. Ну и чтоб ты понимал, ведя его, ты абсолютно бесплатно получишь скин бустера, аксессуар, акулу, VIP Gold, ну а также роскошный бандитский гелик. И кстати, под прошлой серией вы набрали вот столько вот лайков, и бабки у нас забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Так что не ленитесь, лайкосики вдупляйте. Ну чё, залетела на свою хату. Как я понимаю, все наши скины были проданы. Чекаем ревард. Да, вот реально бабосы пришли, мы все это забираем. Балик у нас 38,4, ошалеть, я чё за миллионер? Давай сейчас сразу зачекаем маркет, найдем что-то более-менее выгодное. Ё-моё, или от залям 100, конечно, забирай. Эй, чё происходит, забираем. У меня аж нафиг вылетело от таких махинаций. Кстати, вот есть скин Малфоя за 500, давай тоже возьмем. Вылетаем из нашей хаты, бежим до маркета, он прям тут рядом. Стой, у меня випка-то вообще есть. Вип Сильвер на 2 часа, в принципе, почему бы и нет, а как мне это все выкладывать? Не, ну это, конечно, жесть, у меня платинум уже закончилось. Ладно, залетаем в маркет, забираем все эти скинчики. Ема, я даже Илиота не могу дропнуть, у меня нету вот этих вот улучшений на рекламу. Но это жестко, что я могу сказать, нужно будет где-то намутить випочку. Подлетела сейчас, короче, на метку, арендуем скутер, ну и летим на авторынок. Так, вот эти вот моменты замажьте по-братски. Так, ну с горем пополам я сюда добрался. Погнали, наверное, сразу на средний. Вай, сколько тут аппаратов? Вижу вот такую Е60-очку. Сколько? 2,2. Что у тебя? Не, ну кстати, она довольно-таки симпотно выглядит. Кидает ПТС, 400 бега, спорт, нитрос. 1,9. 2, чё? Так, соглашается он отдать за 2, короче. Не, ну так-то хороший вариант, я вам скажу. Можно было, конечно, и дешевле, пацаны, но все же с таким пробегом это очень хорошая цена. Тем более, ты посмотри на эти диски, на этот клиранс. Вообще пушка-гонка. Ну все, за 2 она мне залетает, забираем. Все, кайф. От души. Сяп. Давай сейчас хоть зачекаем, что тут вообще есть, а то я нифига не смотрел. Фуловый свет без подсветки, спортпрошивочка, пневмы, гидры нету. Блин, тормози, а этот есть нитросик? Фух, да, нитро появилось, и оно у нас 10x. Все, отлично. Не, ну Е60 это просто темка, как она в салоне выглядит. Как она просто боком раздает. Какой тут просто идеальнейший разгончик. 314 она летит, ну для тачки среднего класса это хочешь. 314 она летит, ну для тачки среднего класса это очень хорошо. Сейчас нужно обязательно чекнуть багажник, потому что там оставляют различный клад. В этой тачке клада, к сожалению, не оставили, ладно. Ладно, чё, полетели на этой бесте обратно на рынок. Блин, как она дрифтит, ну это просто что за балдежик. Так, по пути сейчас заскакиваем в магаз, прикупаем себе ремки, аптечки, у меня все это закончилось. Ну все, залетаем на авторынок. Е60-ок тут практически нет, это хорошо. Продам Е60, СП, Нитро, FS, Clearance, 2,3 кк. Опять тут задания какие-то выполняем. 2,1. 2,2, го? Я понимаю то, что сотка тоже бабки, но 2-то лучше. Вон СП, Нитро, FS за 2,5 край продают. Вы чё, вообще уже, что ли? Не, ну мне это лучше, потому что мою быстрее заберут. Край? 2,250. Не, ну так-то много людей подбегает, так что она сейчас пользуется спросом. Гоу 2,1, бро. 2,2, давай. Там вот 2,5 продают СП. 2,2. Гоу. Так, чувак запрыгивает. ПТС, кинь. Кидаем. Беру. Ну все, 2,200 кидаем. Ну и он ее забирает сюда. 2,178 получаем. Спасибо. Ну и уходим в плюс на 178 тысяч. Буквально минут за 10. Отлично. Я тут прям особо чего-то интересного не вижу. Поэтому давай залетим на высокий. Ну, тут выбор я вижу тоже не особо велик. Вот есть гелик комфорт. Сколько? У меня купить за 12. У меня купить за 12. У него 12,5. ПТС. На комфорте 12. Чего? 2000 бега. Комфорт, нитрос. Я с 12 дам. 11 никак? Не. А прям край-край. 12. Окей, подумаю. Не, ну как будто 12 даже нормально, не? Давай сейчас, кстати, на себя напялим Илиотика. Возможно, кто-то подбежит, будет узнавать цену. Ну-ка, сюда подбегаем. Продам Илиота 1,5. Никому не интересно, печально. Продам тачку 2 кака, СП, КФ, Дрифт, ФС, ФТ, Нитро. Ема, а чё, фардаки еще ниже упали? 1,5. А куда ты уезжаешь? Видимо, ему не интересно 1,5. И в 90-е 10,5 тор комфорт плюс. Чего?
такое? 8.5? 9.8! Нифига себе! В 10-й SP Nitro Full внешка, тонер, NZ, клиранс, чё по кайфу за 6.3? Чувак Край спрашивает. 5.8! Блин, каким образом я в тот раз и в 10-ю купил за 4.8, объясните мне. Скайлик SP Drift, 1.6. 3.2 Тор, нет. Край? 2.7. Нет, 2.7 нам не надо. О, снова Барсик вернулся. 1.5. Нет. Край? Да 2, Край. Продам фастом по лоу. Сколько? SPFS 4.5 без торга. Это рынок? Угораешь? У них рынок 4.4.5. Не, ну чувак походу на приколе, либо же просто не знает. Я тоже раньше думал, то, что их нужно продавать за 5+, а оказывается у них рынок вот такой вот маленький. Блин, E60 SP Nitro 2.2 Край. 2 PG. Нет, иди на комфорте бери. Ну хорошо, пойду на комфорте возьму, а где? Ема, у этого уже Край 2.6, ты чё, дурачок? Только недавно 2.5 же был. Ема, 4 SPFT выхлоп клиранс 6 торг. Стоковые F10 продают за 3, блин, за 2.6 не хотят отдавать. Опана, Акура SP+, Nitro, Дон Страбы, Дон Гудок, сколько? Ваша? 2.2. Малая? Твоя машина не наша? Твоя цена? 5.3, Край 5. Нифига себе ты. О, E60 SP 2.1. 1.9. 2.1, Край. Да блин, ну какие 2.1, брат? 2 PG. 2.1, Край. Ну PG. 2.05. PG, 2. 2.05. PG, 2. 2.05. Ну PG. PG, 2.05. Да ё-моё. Дакар продают за 3.6, Край. PG, 2. 2.2, Край. Уж 2.2, что ли? Отдам по низу рынка. Как? 1.7. Это не с рынка? SP+, SP гидропневмо-FT хороший торг. 800. Чё? Это ее цена. Тут фул, кроме двух прошивок. Но были бы еще две прошивки, дал бы лям. А так не дотягивает. Да не может быть. Го 800. Нет. Ну и ладно, блин, мое дело предложить. Е60 мне так и не хотят за 2 продавать, к сожалению. Чекаем, что у нас тут на высоком. Нитро тонер страба 8.5, Край банан. Серьезно? Не, ну жесткий тип, жесткий. Свалили нафиг оба. Он. Так, есть Макларен 12 торт. ЕС. 800 бега, спорт не трос. 8. А сколько? 10. 8.5. Гуляй. Ну позже. Страбы есть? А, есть даже донатные. МБ9? 10, Край. Ема, ему тут 11 предложили уже. Меня выкинули, понимаю. Честно, я не знал его рынок, поэтому за 10 не хотел брать. В итоге он слил его за 11.2. Капец, я так быстро мог на нем навариться, прикинь. Я у него минуты 2-3 в нем сидел, блин. В 10 5.5, Край. Но я ее дороже точно не солью. Так, есть вот такая М6. Сколько? 11 торг. А что у тебя? SP+, SP внешка. Дорого же. Торг? ТС. 4000 бега, спорт плюс, нитрос. 8. Не, 8.2. Мало. Да это норм. Ха-ха, перекуп за 8.5 взял. И убежал довольный. О, Ешка 15.4. Что тут? Дон Страбы видим. SP Дон Страбы Дон Гудок, 16 торг. Ема, да какой нафиг SP, SP+, надо? Комфорт Нитро Фулл Фары 5. Ема, на комфорте за 5 доджак, да ты шо? О, E60 2.1, Край. Гидра? SP Nitro FS 2.2 торг нет. А чё высокая такая? Зе. Гениально, блин, чё за монстр трак? Вот это вот на гидре. Ну вот, смотри, она точно так же поднятая. 2.9. Чё в ней? Гидра Спорт Дрифт Страба подсветка внешка. Ну хз. О, смотри, опустил ее. 2. 2.1, Край. 2. 2.1. Ну ё-моё, блин, да чё я нифига не могу найти, объясни мне. Еще так обидно то, что я с этим Маклареном так облажался, это капец, это минимум лямбо в плюс ушел за минут 5. SP Drift Comfort Nitro продав недорого. 4. Отъедем? Ну погнали, отъедем. Так-то неплохая бэшка, пацаны, за 4 будет. Сколько говоришь? 4. 5.6. Так это дорого. Так прошивки, бро. Ну ты говоришь, продам недорого, а продаешь дорого. 5. 4.3. 4.7. 4.4. 4.7. 4.3. 4.6. 4.5 и по рукам. Так руль дай позже. 4.55, га? Ну, к руля дашь? Он кидает продажу за 4.400. 4.440.000, чего? Ну, ладно, окей. А, в итоге я ее купил, серьезно? Ся. Тебе СПС? Не, ну вот это лютые торги прям были. Ты перекуп? Не, для себя взял. А, пон. Ага. Так-то за эти бабки, пацаны, машина очень хорошая. А я дай. Мне вот теперь интересно, будет ли тут вот этот вот комфорт, дрифт, как он говорил. Спорт есть, комфорта нету и дрифт
Та тоже нету, ты прикинь, шакал. Не, ну это по сути, пацаны, нон-РП обман считается. Тут даже фул света нет, да ты прикалываешься. 2750 госка, то есть в салоне она стоит 5,5. Но фиг с ним, сейчас попробуем 5,5 продать. Продам М4, СП, Нитро, V5,5, Торг. Край! Предложи. Край! Предложи, говорю. Твой. 5. Ну-ка, ну-ка, мне какой-то тип отъехать предлагает. Джибраил Барзаев, у него такая эмочка ПТС. Ну на ПТС. Сейчас будет свой галеный обмен по-любому предлагать. Край. 5. Еще раз ПТС. Ну на еще раз ПТС. Обмен ТДП. А у тебя что? СП плюс донстрабатинг гудок пневмогидра. Ну больше одного не дам. Он дал мне руля, давай ее зачекаем. Страбики есть, гудок есть. Спорт плюс есть, пневмо есть. Гидравлика есть, отлично. Но это по-любому, пацаны, с камер. Сразу исполнять начал. Гой? Ну ДП-1 если, то гоу. Так под фрапс. Окей. Выйдем на улицу. Выезжаем сейчас, короче. И куда он машину проводил? И куда он машину выгрузил? Я не пойму, он типа у меня ее угнал или украл? То ли вылетел вообще, хз. Сейчас зайдем на рынок и все узнаем. Да, теперь такой вопрос, а где она вообще? А, так они с БУ, что ли, стоят? А, ну да, реально, вот. Вы где были? Смотри, это походу другая уже бэха. Дай. Еще раз под ХС. 8000 бега, спорт плюс, нитрос. Прописываем, короче, сейчас условия. Я обмениваю М4 СП на ваши М3 СП. Дон Страбы, Дон Гудок с моей ДП-1 ККВ. Верное. Интересно, он меня обманет или нет? Он скам! Он не скам! Алёша! Ты чё, даун? Алёша скам! Пруфы? Фу, слитая чушка. Походу, дружки его. Мне предложили обмен, и я там предложил доплату, и я еще и скамер, прикиньте. Край! 5. ПТС! Ну окей, даем. 4. Нет. 5, край. 4,5, гой. Маловато, брат. Сек. Окей. О, чувак на ешке обмен предлагает. Чё у тебя? Комфорт. ПТС. Год, едем. Поехали, отъедем. Едем. Странная у него семья, конечно. Кидает ПТС, 6800 бега, комфорт, нитрос. Кинем свой ПТС. Без ДП могу только, денег нема. Акси есть? Не, пофигу. Так, смотри, обмен имуществом кидает. Реально, Е63 на четверку, без доплаты. Все, нажимаем обменяться, и тачки пропадают. Таймим. Я реально сейчас Ешку на комфорте купил, считай, за 4,5 ляма. Тормози, я что-то не верю, если что, его сейчас, конечно, забаним, но тачка у него-то пропала. Подлетаем мы сейчас, короче, к ЗС-ке. Я честно думал, он будет Е420 в обмене кидать, но кинул Е63. Вот она у нас, загружаем, и это реально та самая Ешка. Тут фуловый свет, комфорт прошивочка. Хима, так это же капец лоу прайс, по сути. Не, ну мне реально с ней фартануло, я вам скажу. Эх, нифига себе тут номеров. О, Ех-001, вот их можно забрать. Чё, какая-то бандана, что ли, лежит, давай тоже возьмем. Номера эти накидываем сюда. Ну и чё, давай зачекаем, на что вообще способна эта тачка. Разгон у нее вполне себе неплохой прям. Максималка 324. Ну, как по мне, для Ешки нормальная. Чтобы вы понимали, рынок этой тачки примерно лямов 6. Тут еще и клиренс. Сейчас попробуем ее слить. Я просто не понимаю, а в чем прикол? У типа была очень странная семья, и он решил со мной обменяться. Я реально думал, заскамит, но не заскамил нифига. Взлетаем, короче, на авторынок. Продам Ешку, комфорт, нитро, FS клиренс 6,5 какая? Гой. Он мне Ешку хочет забрать. Край, сколько? 6. 5,7 никак. Ну-ка, 5,700 кинем. И он ее реально забирает. 5,643 лутаем. СПС. Ну и уходим мы в плюс на лям. 203 тысячи. Офигеть. Я сейчас немного в шоке, пацаны, с этой сделочки. Но окей, хорошо. О, X5 попрыгунчик. Спорт, дрифт, комфорт, гидропневмашинка, фул внешка, 3 торка, шалеть. Вот Е60. Сколько? Почти дрифт, 2,5 торг. Без прошивок? Да. Какие 2,5 торг, алё? Е39 на спорте, 1,1 край, капец. СП Е60 за 2,6 торг. Да, видимо, чего-то нормального я тут точно не найду. Хотя вот есть X5. Кок. 3. ТС. 1800 бега, спорт, нитрос. У него сразу все налетели. Я вообще хотел за 2,7 брать, но окей, пускай берут за 3. Там фаст Леон, 600 торг. 400. 500. 425. 500. 450, 480, 460, 470, кидай. Только сними сначала. Чай. Так он переоделся. Трейдик закинул. 470 ставим. Он скажет. 470 поставил. Он поставил скин. Обменяться, подтвердить. Все отлично, сюда. СПС. 1700 на маркете по-любому уйдет. О, этот уже ее перепродает. Цена у него 7,5 торка, шалеть. Не, ну пускай перепродает, я все равно как бы в плюсе. Так, вот есть Альфа Ромео, говорит, предложить. 3,5, чего?
Какой? Он что, реально за 3,5 заберет? В итоге не забрал он нифига. По ПТСке тут 800 бега, спорт не трос, 1,8. Я купился в этой салоне 3КК. Ну у них рынок такой. В минусы ходить? Ну видимо да. Не, ну как хочешь. И в 90-10 край комфорт, донстрабы, да ё-моё, нет. В итоге залетел я на следующий день. Я конечно понимаю то, что вчера мы перепродали одну тачку в бешеный плюс, но мне кажется вчера был день не очень, так как мы перепродали всего две машины. Сегодня прям нужно дать нормальный такой газ. Давай сейчас залетим в магазин, закупимся всем необходимым, арендуем скутер, ну и поедем на авторино. Ё-моё, у меня скутер еще забагался, ну чё за прикол? Теперь происходит эта дебильная загрузка транспорта, спасибо. Спавним по новой, ну сейчас хотя бы все нормально. Так, ну все, мы пригнали, залетаем сразу на высокий класс. Машин тут, кстати, не так уж и много. Сейчас сразу найдем какой-нибудь вариантик. F10 за 4 торг стоковая, ну такое. Ешка 14 торг пневмо, ну чё ты овер какой-то. F-ка стоковая за край 2,8. Вы чё тут все вообще уже что ли? F-ка на SP нитро донстрабах 7 торг. Давай пока тут ничего нету, залетим на средний что ли. Ема, тут тоже машин мало, чё за бред? Вот эти тройки с календаря вообще не хочу брать, мне кажется они не ликвидные. Вот есть Камри походу на гидре. Скок. Спорт, дрифт, комфорт, нитро, FS, гидро, тонер, шинка, 2 торг. 1,2. Мало. Край. М550. ПТС. 1800 бега, спорт не трос. Руль дашь? 15к МБУ угоди. 15к МБУ угонишь просто. Нифига себе прайс, без ключа, дай. Как это? Ну ключ вытащи в меню, где машину заводишь. Нету такой функции. Короче, понятно, походу с камер. Кабан 1,4 на СП плюс. ПТС 1600 бега, спорт плюс, не тросик. Блин, ну честно хз. Как будто кабан это не особо ликвидная машина, поэтому не стоит на него смотреть, да и тем более по такому прайсу. Вот, допустим, другой кабан. Скок. СП фулл свет предлагай. 700. Маловато. Понятно. Да, что-то сейчас на БУ вообще скудный выбор. Погнали снова на высокий. Нам вот нужны люди, которые фастом быстренько тачку продают для того, чтобы по хорошей цене ее забрать. RS7 за 9, чего? ПТС. 23 тысячи бега, комфорт, не трос. 7,8 предложу, тут чувак 7,7 дал. 8,5, ну такое. 7,9. Блин, вот ее сейчас нужно забрать, потому что она дороже по-любому уйдет. Только нужно забрать по нормальной цене. Так, 8,3 он уже скинул. Запрыгиваем, кидай. Фиг ему за щеку кинь. Да пошел ты в жопу, понял. 8,3 залетает, забираем. Все, сюда, спасибо. Чмырь. Понятно, сам предложил маленькую цену, теперь обижается. Блин, прикиньте, просто РСК 7 за 8 лямов 300 из-за такого большого пробега. Сейчас посмотрим вообще, какие обмены будут предлагать, на что мы сможем ее обменять, либо же продать. Потому что кто не шарит, эта тачка капец какая быстрая. Кто не шарит, госку у нее 9,5. Ну, мне кажется, за 9 ее вообще есть вариант продать. Разгон у нее просто бешеный, даже без нитро. Има, сейчас бы еще на ней максималку зачекать, ее чуть жестко носит. Так, ну все, пошла, родная. 300-400, ошалеть. Успеваем или не успеваем выгрузить, блин. А, не успел, отлично. Фуловый свет, как вы видите, тут есть, отлично. Чекаем багажник. Как я понимаю, эта тачка была в Фоме, поэтому навряд ли тут что-то будет. А, ну скины бомжей, аптечки, бустеры, еще скин бомжа. Короче, всякая параша, понятная. Не, ну честно, пацаны, свои бабки она по-любому, блин, оправдывает. Так-то прям хороший вариантик. Нет, блять, вечер. Ладно, все, на рынок залетаем. Да-да, RS7, комфорт, нитро, FS, 9,5 кк, максималка 410. Дагестанские лошади, наверное, такие же шашки устраивают. О, начинаются обмены, ну-ка. А, он отменился, я понял. Обмен! ПТС! Ема, 35 тысяч бега. И кафе есть. Нет, СПС, брат. Окей. Чувак на семерке обмен предлагает. Или не мне? Я Audi. ПТС. Олеся, обмен! Меня как только не назвали, я Алёша, блин. У него 10 тысяч бега, спорт не трос. Накидываем ему, накинем ему свой ПТС. У меня бабок нету на ДП. А, понял. Ага. 8. Нет, ты шо? 8,5. 8,8 могу. Не, понял. 7,7. Нет, 9 край. Обмен. Что у
тебя? Рай? 8,9. Отъедем? Тут говори. Че за бред вот это вот отъезжать? Комфорт. Бал 8,7, ну ладно. Пробег 8,400, комфорт, не трос. Мне кажется, это будет невыгодно, но ей цена, наверное, лямов 6,5. Так, у меня этот Джесси вроде ее за 8,7 хочет забрать. Понимаю, ну как вовремя у меня вылетело, ты издеваешься? Еще и очередь на сервере, вообще имба. Ну-ка, появимся на вокзале. Ну, хотя бы батарева, спасибо. Все, берем аудюху. Ну и летим обратно на рынок. Ема, я че сейчас на ВЧ перелечу? Не, чуть-чуть не фартануло. Не, ну жестко, жестко. Ну все, залетаем на авторынок. Ехала, открой. Во, он уже прибежал. Sell my car, 48,8700. Я руль чек-нок. А, окей. Даем ему руля. Мы капец как синхронно сели еще. Это мой кент из чё? Окей. Ехала. Так, ну все, кидаем. А, у него тачка не выгружена. Выгрузи. Сколько? 8,7? Ага. Так, выгрузил он машину. Кидаем. Ну и он ее забирает. Отлично. 8,613 получаем. Спасибо. Заработали мы с нее 313 тысяч. Хотелось бы, конечно, побольше, но все равно неплохо. Это, так скажем, эксперименталочка была. Dakar SP Drift Comfort FS 5,5 отдает по лоу, так это не лоу прайс. Ема, сколько тут Дакаров? 8 без торга, фул без лаунча. Целью за 1 рубль. Ну да, сейчас куда-нибудь увезет. Ой-ой-ой, это че за аппарат? Сколько? Фул дон, кроме лаунча. Цена? Руля 6,3. Блин, ну хз, нафиг оно надо, мне кажется. Сток, цена 1,8. Ема, ну какие 1,8 за сток? Субару недорого, 2,5 цена. Вы шо вообще тут долбанулись? Чтобы вы понимали, эти Субару еле как за 1,8 забирали. О, а вот это вот нормальный аппарат. Цена? Не знаю. Ну сколько? Если только по оверу. Это сколько? Ну 38 балл, мне кажется, не хватит. Пацаны, ну мне 80 предлагали, больше дадите. Что мне кажется, он, пацаны, немного врет нам, не? Ема, резко 11, комфорт, вы чё? Ешка вот есть. Сколько? 10, торг, спорт, комфорт, дрифт, пневма. А какие 10? Ой, в 10 6 торг. ПТС, вижу сразу клиренс есть. СПФТ, ФСФ, ВНЗ. ТС. Ух, ема, 9 тысяч бега, спорт, нитро. 4,8. 5,6 край. Ема, с таким бегом какие 5,6? Вот четверочка есть. Сток? Спорт? ТС. Уехал просто, понимаю. РС6 продают 11,5, СП, нитро, шинка, ФСФТ. ПТС. Я вот не знаю, она вообще ценная. Ликвидная или же нет. 5000 бега, спорт, нитрос, госка 10. Предложу 9,5. 11 край. Вот же 82 есть, спорт, дрифт, ФС, цена 6,1. Эй, да подожди ты. ПТС. 5800 бега, спорт, нитрос, 4,8. Не, рай. 6,1. 5,9. Понял. Не знаю, как по мне, за нее это дорого. Вот еще одна такая есть. Сколько? Нитро, номера, тонировка, страби, 5,1. Ты ема стоковая за 5,1. Банан 10,6. 6. ПТС. Продам целый с фастом по лоу. СП? Ема, 27 тысяч бега, спорт, нитро. 10,6 край. С таким бегом много чё-то. Ха-ха, пошёл в пипиську. С бегом. Ну ладно, пойду. Дакар 4,250 без торга, ну такое. О, Супра за 1,6. ТС. 5,400 бега, спорт, нитрос. Гоу. Запрыгиваем. Я очень надеюсь, что он меня никуда не увезет сейчас. Козы 2. Нет, ты чё? 1,6. Окей. Команду скажи. Ну, написал я ему команду. Сумму напиши. Окей, лям 6. Окей, 1,600, 1,2,3. Реально залетает за лям 600. Забираем. Отлично. Спасибо. Все, багажник чекни. Ну-ка, что там такого интересного? У вас не загружен транспорт, понимаю. Давай сейчас выйдем на улице, как бы зачекаем, что там лежит. Мне уж самому интересно. Заглядываем. Скин толстячка. Ну, я, кстати, хз, сколько он стоит, но прикольно. Давай его накинем. Вот такой пузатик я теперь, почему бы и нет. Тут, кстати, флоу и свой. Тут, кстати, фуловый свет, имбулька. Супра так-то прям на аккуратике очень сильно выглядит. На клиренсе все дела. Давай сейчас фастиком доедем до заправки, а то у меня ремок нет. Заправляемся, закупаемся. Все, чиним тачку. Ну и едем на замерщике. Нифига себе, тут салон заряженный. Дрифтит она неплохо. Разгон без нитро, ну, вполне себе нормальный для тачки со среднего. Ты че, пошла 300-313. У нее максималочка. Ну, а
отличная. Вообще, чтобы вы понимали, это Супра с календаря, судя по вот этому вот капоту, и цена ее как бы должна быть где-то, наверное, ляма 2.4-2.5. Сейчас посмотрим вообще, за сколько ее захотят забрать новички. Ну просто в среднем, в основном они и бегают для того, чтобы купить себе какую-то крутую тачку, и Супра реально им подойдет. Так, ну все, залетаем на авторынок. Продам Супру с календаря, SPFS Nitro 2.4. 1.5, какие 1.5? Тяжелый, блин, случай. Еще вот тип подбежал. 2.1? Ну садись. 2 мб. И так лоу. Ну год 2. 2.1, брат. Отъедь. 200, короче, ему кидаем. О, это сработало. Смотри, тип подбежал, он сразу за 2.1 берет. 2 ляма 79 мы лутаем. СПСМ. Ну и уходим в чистый. Ну и уходим в чистый плюс, блин, за очень быстро, буквально минут за 7 в 479 тысяч. Вообще, какой балдеж, пацаны. Бывает, вот попадаются такие варианты, но не всегда. Вот Супра на Дунстрабах. Сколько? Предложи. ПТС. 1700 бега. Спорт Нитрос. 1.8. Гой. О, запрыгиваем. Реально все так просто? Руль можно? Сейчас. Вот Дон. Имба. И сейчас. Тьма реально за 1.8, что ли, отдаст? Еще вот такие розовые фары есть. Кайф. Можно руль чекну? И гидравлика все есть. ГУЗа 2.1. Не, брат, 1.8. На багаже есть номер. ГОЗа 2. Брат, 1.8, норм цена. И не он есть купленные. Он мне так будет на постоянке накидывать и цену повышать. Брат, либо 2 КК, или нет. Руль дашь чекнуть? Так, дают руля. Ну как раз у меня пока что КДшка, ее зачекаем. Запрыгиваем сюда. Пневмо есть, гидравлики нету, к сожалению. Дунстрабики. Прошивка, как я понимаю, только спорт. Ну, в принципе, да. Ты же согласился, 1.8. Нет. Ладно, кидай 2. У меня клиентов дофига. Фига себе, бизнесмен. Блин, у меня КД до сих пор. Ща КД пройдет. Но мне кажется, на донстрабиках она по-любому дороже улетит. Все, закидывает за 2 лямчика. Забираем. Отменил продажу. Кидает за 2.1. Алло, 2. Брат, че? Она дорогая и красивая. Я и так по оверу беру, кидай 2. Ты на приколе? Че мужское слово не держишь? То 1.8, то 2, теперь 2.1. Купи за 2.2 на фул. Где? Я на фул. Блин, слез. Все, не хочу. Я тебя понял, хорошо. Давай его сейчас вывезем куда-нибудь. Да, он ее выгрузить успел. Ну, хорошо. Такие придурочные. Я пошутил. Так отдашь 2 или нет? Че мозги делаешь? Я так его и не понял. Купишь? За 2 куплю. Давай сейчас сядем. По-любому захочет меня увезти. Хотя нет, заезжает на рынок. Хотя нет, куда он вообще заезжает? Ты че, дурак? Ты с какой стороны подъехал? С другой стороны. Он каким образом вообще заезжал на рынок? Объясните мне. Такое ощущение, как будто ему лет 6, блин. Кидает за 2.1. Ты прикалываешься? И все. 5.2.1. 1.9 кидай. Неужели 2 ляма? Все, забираем. Аллилуйя, он мне ее продал. Ха-ха-ха. Она 1.5 стоит. Кто сказал? Я укуп делал. Ахаха-ха-ха. Я ее за 1.5 купил. Черт. Эй, рот свой закрой, я тебе говорю, или я тебя найду. Ну ты лох. Ха-ха-ха. Ты что, в себя поверил? Гу, тебе за 1.6 отдам ПЖ. Гуай, дай. Садись. Сейчас посмотрим, кто еще лошара. Ну чё, поехали? Ахахай. Ну да, согласен, смешно. Я сейчас жалобу кину. Так кидай кого хочешь, мне вообще без разницы. Жалобу отправлю сейчас. Понимаю, я еще и застрял. Ахахай. Чёрт, а мне пофиг. Ема, вот реально семилетка Иди, куда едешь? Так, все, выкидываем его. Туда. Блин, пистолета нет, к сожалению. Ну ничего, чиним ее. Ой-ой-ой, это что такое? Кого? Твою. Кого? Дебил. Не, ну это можно затаймить прям. Слез. Зачем родню оскаешь? Ой, долбан, все. Ну, сейчас посмотрим, пацаны, кто долбан. Залетаем мы сейчас на основу. Вводим /F, создать форму, бан. Карим Ченс, 15, оскрот, отправляем. Ну и убанят. Пускай Чепушило 10 дней, пускай Чепушило 15 дней посидит, подумает, может в себя хотя бы придет. Это поведение и оскорбление родни, пацаны, ну это полная бредятина. Ладно, что, на авторынок залетаем. Включаем обязательно донстрабики. Продам Супру, донстрабы, СП, пневмо 2.7 КК. Чувак, у меня руль попросил, давай дадим. И вот сейчас будет качать свои права по-любому по поводу ценника. Ай! 2.4. Многовато. Ну ищи другую тогда. Базару 0. Ема, на донстрабах с пневмо им еще и дороговато. Он, чувак, за 4 продает кого? Кидаем. Ну и он ее забирает, отлично. 2 ляма 178 лутаем. СПСМ. В плюсе мы на 187. В плюсе мы
именно 178 тысяч с нее, так-то хорошо. Давай уже на высокий залетим, что у нас тут появилось. И в 90-е 22 кк, СП, дрифт, пневмо, донатные страбы. 17. 17 нартоном бы дать. Понятно. За 2,5 продают стоковые 6 на 6, ну такое. Эфочка вот стоит. Сколько? 7 торг. Фига себе. Сливай по нам Розалу с порчинкой. Сколько? 7,5. ПТС? Ну так-то 7,5 нормально. А, 15 тысяч бегаем. 6,7. Нет, Алеша. Ну ничего, пускай постоит, а чуть позже же подбежим. Панамера не особо ликвидный товар, поэтому будет продаваться долго. Ой, какой ГТР. Сколько? Предложи. ПТС. 5600 бега, спорт нитрос, гос 7,9. 5,5. 7. 5,5. СП нитро ФС клиренс. Нет. Край-край. 6,5. Давай 6 по рукам. 6,2 гой. Не, 6. Больше не могу. Не. Ладно, тоже оставим чуть-чуть на потом, ой. Этот уже Панамеру продает, что ли, ее купили? Ема, стоковая эфка за 11, вы чё? О, ешка 6,3. 5,6. Какие, блин, 5,7? А чё тебе не нравится-то? Ну-ка, давай хоть ПТС у этой ешки посмотрим. Я чё-то думаю, то, что там бегает тысяч 10, наверное. А, нет, косарик. Давай 5,8. Нет, гуляй. А чё сразу гуляй-то? Ешка край 13,5 фастом. Что у тебя? Точнее, в 90-е. Испыдан страбы, ФС, тонер, НЗ подарок. Предложи моя ХЗ. НЗ КУС 442 подарок? Чё за НЗ-то, блин? Она вроде как на спорте. Кидай. А, так она без прошивки. Я думал СП. Блин, уже обрадовался. О, это уж 6 край. Запрыгиваем. Кидает за 6 лямов. Забираем. Сюда. ПСМ. Честно говоря, я ГТРчик взял для того, чтобы посмотреть, что это вообще за тачка, на что она способна. Ну и мне интересно его перепродать вообще, за сколько он уйдет. Не, ну разгон, я вам скажу, у него прям хороший. Еще очень хороший держак дороги. То есть его никуда не носит. Ничего, все отлично. Ема 384 максималочка. Ошалеть. Успел выгрузить хорошо. Давай сейчас чекнем тут багажник. Пустой, ну ё-моё. Мне кажется, его вполне себе реально где-то за 6,5 продать, а то и за 7. Тут, кстати, фуловый свет, отлично. Ладно, чё, выгружаем, сейчас на рынок залетаем. Так, М3 за 800 ПТС. Комфорт. Так, СП или комфорт? А, ну да, комфорт прошивка. 600. 650. 625. 700. 500. 625. Ой, нормальные такие торги, запрыгиваем. Если я не ошибаюсь, эту машину Милана в своем ролике тюнинговала. Выгружаем тачку. Или я ее выгрузил. 650 кидает. Алло, 625. А, ой. Ну да, ой, конечно. 625 кидает, забираем. Сюда. Не, ну она капец, конечно, стилевая. Тут пневмо есть. Я вот думаю, что можно сделать с колесами. Давай попробуем сейчас что-нибудь придумать. Так, я ее, короче, заправил, отроля. Так, я ее, короче, заправил. Так, ну все, в шиночку залетаем. Давай попробуем диски вернуть в сток. Ну, уже неплохо, в принципе. Как я понимаю, вот это вот все я не смогу вернуть в сток. Стоит оно по 71 тысячи. Нафиг надо. Она, мне кажется, и так, в принципе, уже нормально выглядит. Давай сейчас только ее починим. Ну и попробуем продать. Я думаю, оно по-любому дороже уйдет. Пути забегаем в магазе. Закупаемся ремками, которые улетают как пирожки, блин. Я из-за какого-то дебила еще в западню попал. Ну вы издеваетесь. Как мне отсюда выехать? Ну-ка, пишем в репорт. Помогите, застрял. Раз, два, три секунды. Прикинь, ответили. Слаб ПЖ. Ой, сюда. Спасибо. Админы чисто в моментике работают. Мне интересно зачекать, сколько у него максималка на комфорте. 300, ну, в принципе, вполне себе неплохо. Так, выгрузить успел, отлично. Да, максималочка у нее ровно 300, прям. Ладно, сейчас ее чиним. Ну и залетаем на рынок. Продам Бэху, комфорт, пневмо, ФС, 850к. ПТС. Даем. 700. Итак, лоу, ты чё, какие 700? Давай напишем 950, что ли. А то они чуть борзеют немного. 722 ПЖ. Ну давай отдадим, надеюсь, это новичок, которому она реально нужна. ПТС кидаем. Мы и так, считай, в плюсе на сотку будем, почему бы и нет. Кидай. 722 кидаем. Ну и он ее забирает. Хорошо, 714 плюс. Вообще в плюсе мы на 90 тысяч получается, окей. Ема, это тут что за мажоры стоят? Да джак вот есть за 7, это вроде бы тот же самый. 4000 бега, спорт нитрос. 5. 7 край. Гелик вот продают стоковый за 9,7 край. Так, вот тройка пишет, предложи, ПТС попросим. Вижу фуловый свет, клиренс. Дебильный розовый цвет, или это не розовый? 700 бега, спорт нитро. 3,8. Малая. А сколько? ХЗ. Ну 4 могу дать. Не. Ема, ну ты дороже ее не сольешь.
Ямаха FKSP Drift Comfort Dunstrabe 2.5, 2.1. Нет, конечно. Печальненько, я просто не хочу как бы рисковать брать такие дорогие тачки. Ну, в плане по сравнению с Гоской дорогие. SP Dunstrabe Ешка 7.9, Край 7.6. Ну, хз, пацаны, не знаю. Было бы за 7, забрал бы, а так нет. Не знаю, накупил 4.6. ТС 300 бега без прошивок. Ты шо, какие, блин, 4.6 ты купил? О, спорт Dunstrabe F10. 6.5 край. Ну, это как бы рынок, в плюс с нее не уйдем. Ой-ой-ой, это что у нас? Цена. Продам по номеру SP Plus, SP Dunstrabe. Сколько? Нормальный такой аппарат. Предлагайте. 9.5. Не, ну она прям стилевая. Алёша, ты в натуре, Алёша? Да. Моя 25. Ты чё, какие 25 за Панамеру, блин? Блин, он этот комарик за 2.8 продает, ему 2.6 дают. Не получается у меня его за 2.5 забрать. Кстати, гелик 26.7 торг. 7600 бега, комфорт нитро. Я понял, блин, думал спорт. SP Plus, SP Dunstrabe, гидропневмокалина. 2.5 МБ. 3 край. Блин, ну я бы взял, но за 2.5. Ема, 1.5 SP нитро. Го, запрыгиваем. Реально за 1.5 отдаст? Я чуть не верю, честно говоря. Реально спорт кидает лям 550. 1.5. Все, 1.5. Спорт забираем. Сюда. Спасибо. Ма, это капец какой лоу прайс. От души. Я думал, он стоковый продает, а он на спорте за 1.5. Погнали сразу его закастомим, для того, чтобы он товарный вид у нас имел. Тут ни страбов, ничего нет. Блин, как же он хасанит. Я просто в шоке с этой тачки. Госка тут, кстати, 1.2. Мы чисто ее на 300 тысяч дороже Госки купили, но это сильно. Я что-то не пойму, а каким образом он это сделал? Фигня какая-то. Ну ты Сигма. Сейчас напишем админам, помогут ему, нет. О, красавчики. Кто не шарит, этот джипарик, ну очень быстрый. Максималка вроде 300, даже 302. Только, пожалуйста, не улети, нет. Ну все, помянем. Он выбирается, красавчик. Взлетаем, короче, в стайлинг. Ставим черный тонер, минус 32. Еще минус 32. Стробоскопы стоят 62 тысячи. Ну окей, поставим. Также ставим сюда дальний свет. Ну и на выходе получаем вот такую пушечку-гоночку. Не, ну заш. Ну и на выходе за лям 636 мы получаем вот такую пушку. Ема. Я просто в шоке с этого прайса. Давай ее припаркуем возле нашей хаты. Блин, тут грин-зона, вы издеваетесь. Вот тут паркуем. И летим искать какой-то третий вариантик по лоу-прайсу. Но с этой тачки, я уверен, я уйду в плюс минимум 1500. Просто, чтобы вы понимали, за 1.5 даже сток не продают. Я не понимаю, почему он продал ее по такому дешевому прайсику. Ладно, че, выгружаем его. Ну и забегаем, наверное, на средний. Точнее, на высокий. 5.5 край SP Plus Nitro MG. GGT, ну нет. Ема, SP Plus, лаунч FS Dunstrabe. Сколько? Предложи. 3. Смешно. Я чё, блин, на шутника, что ли, похож? Ема, их шестую уже за 6 край, фастом сливаю. ТС, 1000 бега, спорт нитрос, ГОС 8.2. МБ 5.5. О, прыгает за 5.5, пишет. Залетает 5.500, забираем. Сюда, СПС. Ема, ну их шестой за 5.5, пацаны. Это прям очень хорошо. Я понимаю то, что с этой тачкой я помучаюсь, но в плюс она по-любому уйдет. Кто не шарит, X6 это реально тема. Во-первых, он очень хорошо разгоняется. Во-вторых, очень хорошо дрифтит. Блин, что-то я плохо зашел. Вот, смотри, просто лево-право 3-4. Вот так вот бах, развернулся, пошел. Максималочка тут 338. Балдежек. Но это вам все-таки не... Но это вам все-таки не спорткар, пацаны. Это X6. Страбов тут нету, но почему-то есть дальний. Ладно, че, зайдем завтра, будем продавать эти малышки. Ну че, Алешечка квадробер на снова заряжен. Как вы понимаете, следующий день настал. Вводим сейчас новый промокод. Он выдает нам VIP Gold на 1 час. Ну, хотя бы что-то. Давай переоденемся. Зайдем на маркет. У нас есть одна реклама. Выкладываем, короче, Илиота за лям 400, допустим. Но он у нас, по сути, самый дешевый, так что имба. Грузим сейчас, короче, первым делом Сильвер. Вы слишком далеко. А, он у нас же там припаркован. Загружаем. Вот она, наша шайтан машина. Я очень надеюсь на то, что она быстро у нас улетит. Заводим. Ну и фастиком вот так вот в дрифте отправляемся на авторынок. Ну все, на рынок мы сейчас залетаем. Давай его сразу тут починим. Продам Silver 6x6, SP, Nitro, FS, 3KK. Два? Какие два? Иди сток покупай, гений. Давай, пожалуй, цену лучше в 3.5 укажем. А то пацаны, как всегда, тут начинают наглеть. Чувак, он за 6.5 торг продает. Чего? Край? 3 фастика.
вас там? 2,6. Ну, садись, 2,6. Ты куда убежал? Тебе полупрайсу его хотели отдать. Да, тяжелый случай. Край. 3 фастом. 2,5. Не. 2,7. Другой разговор, садись. 2,6 кидай. 2,7 тип дал. 2,8. 2,800 кидаем. У игрока недостаточно денежных средств. Сейчас деньги кинут. Окей. Через трейд. Ему, походу, дружаня бабки чисто дает на эту тачку. Не, ну я так-то дешево реально продаю. Они уже чисто через пэй передают, жесткие. Так, все, 2,8 я кинул. Ну и он его забирает, отлично. 2,772 получаем. СПС, удачи. Все. Ручку жмем. Ну и ходим мы чистыми в плюс, лямс. Ну и ходим мы чистыми в плюс. Внимание, в лям 140 тысяч. Я просто в шоке. Я очень рад, что эта тачка моментально продалась. Ну типа лоу прайс, пацаны, вы что хотели? Я пытаюсь найти открытую тачку, что у меня вообще не получается. Ладно, фиг с ним, побежим пешком. А, нет, стой, вот мое спасение. Сюда просто иди нафиг. Кайф, угнал. Так, пригнал. Так, ну все, мы приехали. Сейчас нужно загрузить следующую тачку. Давай, наверное, X6 возьмем. Я понимаю то, что мы сейчас, наверное, с ним промучаемся, но в принципе, вполне себе реально уйти в плюс. Залетаем, заезжаем на авторынок. Возможно, кто-то даже ищет X6, не знаю. Продам X6, СП, нитро, симка, котор. Край. 6,5. ПТС скинем. 6 газу. 6,3. 6,1. 6,150. Хотя, я буду стоять и мучиться. Я по лоу сливаю. Сорян, цена норм, но стоять мучиться буду. Но дело твое. 6, да, нет. 6,1. 6,25. Пофиг, кидай. 6,60 кидаем. А, у него слотов нет. Сейчас слотов нету. А, я забыл заслить. Гоу на низ. Этот пишет НП. 5,9. Какие 5,9? 6,3 лоу за него. Брат, ну алло. На низкий. Ну сбегай сам. На низ, я засолью. 6,2 кидай. Ну-ка, 6,200. У него тачка не выгружена. Кинул другому за 7... Ой, точнее 6,2. Сюда 6,138 лутаем. Тот просто сразу подбежал, по факту поставил цену и забрал ее. Он, конечно, сказал 6,250, но я что-то тупанул, ладно. Мы и так, считай, в плюсе на 660 тысяч с нее. Вообще балдеж. Чтобы вы понимали, я вылетел, это не беда. Еще и в южном заспавнился просто сюда. Нифига себе, рифмоплет. Короче, ГТР мы сейчас берем. 15 тысяч. Ну, заспавнься, пожалуйста. Вот он наш красавчик. Все, полетели сейчас на авторынок. Честно говоря, я вам уже говорил, то, что я хз, за сколько вообще эта тачка уйдет, насколько она ликвидная. И сейчас мы посмотрим, что да как будет. По ПТС-ке ГОСКО 7900. Поэтому мы сейчас залетаем на рынок. Продам ГТР R35, СП Нитро, ФС, клиренс 7,9 кк. Руль. Руль 5К. Так, пятерик передал. Даем ему руля. Видно, чувак у нас заинтересованный. Я очень надеюсь на то, что он сразу даст хороший прайс. Это будет самая, блин, выгодная продажа. Ну, именно трех машин. Мы их реально очень быстро сольем тогда. Он ее чекает, как она вообще по разгончику. Край. 7,3. За 6 вариант. Не, ты че? Мало. 6,3. Брат, 7,3 и так норм ценник же. Ты же его вчера за 6 взял. Да, откуда он это знает? Ты че, все помнишь? Да. Ну давай 6, ну давай 6,5, меньше не. Он дороже уйдет 100%. 6,3 по-братски. Да не, я на перекуп. Я понимаю. Ладно, гоу 6,5. 6,500 кидаем. ТС. А, ну окей, ПТС. Я не знаю, какой рынок, пацаны, но он вроде готов за 6,5 забрать. Кидай. Тачку выгрузи. Все, кидаем. Ну и он его забирает, отлично. 6,435 лутаем. Спасибо, удачи. Удачи. Плюс ему на 435 тысяч с него. Ема, все тачки быстро улетели, капец. Честно говоря, я ожидал всего, но точно не такого. Прям очень быстро они разлетелись. Сейчас бы найти что-то более-менее выгодное. Тайкан 17, торг на комфорте. Гелик на СП 30 лямов, ну такое. Вот Панамера есть, сколько? 7, говорит. ПТС. А, так она стоковая, какие 7? Вот еще Панамера, сколько? Предложи СП. 6,7. 7,5 даю. Понял. Вот есть 6 на 6. Сколько? СП Нитро ФС мало бега, 4 торг. Давай. Смешно. Ну да, а чё? Блин, давай что ли на средний залетим, на высоком нифига нет. СП Дрифт ФС Нитро Донстрабы Настра 2,8 крае 60. Не-не-не. Вот на спорте за 2,6 торг. Да вы чё долбанулись? Продано. За 1,5. Комфорт. Кирюха, цена. Алёша, го потом дам. Алёша, пошел нафиг. Эй, кусай зафиг и шаг. 560 продаю.
даю. 400. 540. Да не, какие 540? Я не понимаю почему, но с рынка все так быстро слиняли. А, ну хотя время 11, в принципе, да. Нам нужна вот тачка, которая капец как долго стоит, долго продается, и у чувака уже нет времени ждать, и мы ее такие бамс и быстренько заберем. Даджак за 6,7. Гидро СП, ФС, макс скорость 386. Тима, тут клиренс такой заряженный. Госка 6,1. Не, за 7 я точно его брать не буду. СП донсет, гидропневмоколеса 20 плюс минимальный торок. Чего за их 6 20? Не, ну я все понимаю, но этого я точно никогда не пойму, видимо. О, калинолям 650 ПТС. СП клиренс нитро. 1,4. 100 бега, спортный трос. Лям 650. Край. Лям 650. Да блин, ну я думал он торганет за лям 650, пацаны. Ну, не знаю, как будто нет. О, лям 550, гой. В принципе, за лям 550 возьмем. Возможно, даже днем за 1,8, 1,9 уйдет. Номера ТРР 3 тройки, только не снимай их. Это дополнительные чисто плюс 100 тысяч, если мы их на аук выложим. Балик у нас, кстати, 4900. Нифига я мажор. Лям 550 залетает, забираем. Сюда, спасибо. Удачи. И тебе. Все, валим нафиг. Не спрашивайте, куда у меня делся бензин. 1 литр, блин, фастиком сейчас летим на заправку. Давай, давай, ты успеешь, малышка. 0 литров. Так, доехал. Теперь главное, чтобы был бензин сюда. Мерки отсюда снимаем. Багажник чекаем. Он пустой, понятно. Теперь чекаем, что есть в тачке. Страбы чисто, спорт. Подвески, как я понимаю, никакой нет. Ну, в принципе, да, но он как говорил, то, что сделан клиранс. Да и, в принципе, все. Но мне кажется, по хорошему прайсу ее забрали. Я просто видел то, что стоковые продавали где-то 1,7. Максималка, кто не шарит, у Калины в спорте 154. Ну, как бы норм. Ну что, выгружаем этот шайтан-аппарат. Как истинные перекупы, залетаем обратно на высокий. Ема, тут мало тачек стало. Вот гелик есть сколько? 14,5 торг ТС. Есть страбы, как я вижу. Как я думаю, тут по-любому должен спорт стоять за такие бабки. А, комфорт, я понял. Продам М4 СП, Нитро ФС, 3,5 торг. 2,5? Не, мало. Это, кстати, как будто та самая М4, которую я когда-то перепродавал. Я ее за 6 край продаю. Ешка, то ли Цешка, на вот таких донстрабах. А, это не донстрабы. ПТС, 1400 бега, комфорт, Нитро за 6. Ты че? F10 продают 7 торг СП 3. Пойдем, пожалуй, прогуляемся до среднего. Ема, это че за стенд с Е60? Сколько? Предложи есть Нитро 10 и страбы. Ну такое. 2,5 торгую СП в багажнике подарок, Нитро. 1,9. Какой 1,9? Такой, ё-моё. Этому 1,2 предложу. Не, мало. А блин, за сток это нормально. Не знаю, типы что-то вообще не хотят ломаться в цене. Пардаку такой продаю. 2. СПФС клиренс НЗ. Не сток. Ну, НЗ такие себе. М6 СП плюс клиренс. Чему 8 дают, он говорит, мало. Ну, я не знаю, стоит вообще за такое бороться, нет. Раптор СП Нитро. ТС. 2,500 бега, спорт, нитрос. Цена. 6. 4,5. Это край. Печально, что край. Токар продают за 6 торг. Уж таких цен, блин, давным-давно нету. 2 кака срочно, спорт, нитро, шинка, страбы. 1,7. Гоу, пофиг. О, садимся. А Ешка, кстати, их сейчас практически нет. Лям 700 залетает, забираем. Сюда. Спасибо. Не, ну так-то прикольный аппарат, нифига у нее разгончик нормальный. Пловый свет, спорт, прошивочка, пневмы, гидро, к сожалению, нет. Я так кайфую с ее салона, он очень красиво выглядит. Вообще, эта тачка подходит для дрифта, ты просто посмотри, что она исполняет. За 1,7, мне кажется, просто интересно. Идеальный вариантик. Максималочку сейчас на ней чекаем. 338, нифига себе, как у их шестого. Но по сравнению с Калиной, я понимаю вот это аппарат. Не знаю, конечно, за сколько уйдет, но если 2,5 будет, вообще будет балдеж. Вая, как она в повороты закладывает, это вообще песня. Ну все, прилетаем мы на ней на рынок. Обязательно нужно зачекать багажник. О, нифига себе, вижал, и вот это нам надо. У них сейчас рынок вроде 200-300. Закрываем, убираем. Ну и снова на рынок залетаем. Кстати, вот есть с этой элемента скок. СП Нитро Гингашина. СП Нитро Гидрошинка предложи. 4,5. Нет. А сколько? 8,5 торгуй. Фига себе у него цена. Погнали сейчас чекать снова средний. Чтобы вы понимали, тут просто одно и то же по оверпрайсу. Чуваки как бы из-за этого и стоят, то что цены жесткие гнут. Нашел стоковую F-ку, но тут начинают цены загибать. 7,1. Да ема, я лучше комфорт куплю, нафиг оно надо.
1.5 фастом. СП? Не, нитровняшка шинка. Чальная. Тут, кстати, вот такую вот Формула-1 продают. Сколько? 5 тор. 3. 3.5. 3 ПЖ. И комка. Окей. Не, ну так-то дешевый прайсик за нее. Просто посмотри, мы как в нее уселись, капец. За 3.30 мне ее закидывает. Забираем. Сюда. СПС. Это тачка с капец какого древнего БП. Ее вообще продают за 7-8 торок. Я ее за 3 купил, шалеть. Как видите, тут широкие колеса, во-первых. Во-вторых, фуловый цвет, прошивка спорт и комфорт. Пневмы, гидры, к сожалению, нет. Ну а на чё за шайтан машина, ты просто посмотри. Мне кажется, она по-любому как бы дороже уйдет. У нее еще управляемость такая странная. Давай первым делом ее заправим. Ну и теперь отправимся на замеры. Ей-то, на я вам скажу, очень бодро, идеально просто держит дорогу. Но все-таки это формула, пацаны. Ты посмотри, как она рулится, ошалеть на 300. Так, чекаем максималку. Ну, я думаю, 350 пойдет она. 338. Ну, в принципе, как и АЕшка. Ну, нормально. Я очень надеюсь, то, что с этой тачкой мы не прогадали. Да по-любому не прогадали, пацаны. Это очень дешево. Подлетаем сейчас к нашей хате. Паркуем. По таймингу просто уже 12 ночи. Все уже спят. Поэтому будем продавать все это завтра. Ну что, пацаны, я снова в строю. Хапаем сейчас нашу Калину. Ну и летим на авторынок. Ее я решил продать первой. Все-таки машина не особо дорогая. Она как бы должна по-быстрому уйти. Так, ну все, залетаем мы на рынок. Паркуем наш аппаратик аккуратненько. Продам Калину, СП, ФС, Нитро 2.2 КК. Тут же ФС, да? А, страбы только, я понял. Но мне кажется, эта тачка все-таки быстренько должна у нас уйти. Хотя там вон Ford Crown Victoria на спорте за 2 продают. Такое себе, конкуренция нам не нужна. Чувак 1.3 дает. Нет, конечно. Понял. Сразу видно перекуп, у всех машин цены, спрашивает. Ты долбанулся? Че? Их сливают за 1.1. Ну иди ищи 1.1, гений. Чтобы вы понимали, меня на сервере не было, наверное, дня 3-4, поэтому хз. Блин, ну вот, допустим, Калина стоит. Сколько? Кидает 2 рубля, ну то есть 2 миллиона, я понял. Вот еще есть Калина. Сколько? Мне просто хотя бы примерно нужно понимать рынок. Алло, сколько? 2. Ема, реально так цены упали, ты прикинь. Но у них как бы нет винила, у меня он есть, поэтому в ней есть своя ценность. Будем продавать за 2. Я сейчас предложил обменный РС-ку с доплатой 8, он пишет го. А, по ПТС 30 тысяч бега. Ема, бегай. Давай 7.5. Маме была, 7.8. Да блин, брат, 7.5. 7.8. Да тачка мне получается обойдется в 9.3. Едем. Давай 7.7 по рукам. Го. Так, выйдем с БУ или тут? Так, он готов выехать, давай сделаем это. Все, вот тут вот где-нибудь встаем. Главное, чтобы он меня не потерял тут. А, вот и он. Прописал я, короче, условия. Я обмениваю Калину СП на вашу РС-7, СП с моей ДП 7.7 КК, верно? Да. Все, таймим. Еще раз ПТС. Мне как бы нужно убедиться, то, что она называется тут именно РС-7. Да, Аура 7 Спорт она у нас называется. Госка 9.5. Change Prop 12.17 кидаем. Выбираем машину. Линка Спорт на машину. Ой-ой-ой, вторая по счету, он сказал, будет. У меня вылетело, да ты серьезно? Такой выгодный обмен был. Сейчас нужно фастом прям зайти. Ну ё-моё, как так? Еще и очередь 130, не, ну спасибо. Меня, честно говоря, смущает то, что у него две Audi, пацаны. Возможно, одна стоковая, одна не стоковая. Я очень надеюсь, то, что две на спорте. Потому что бывает такое, то, что в слэш-кар она как бы первая, а в чендж-пропе она наоборот вторая. Поэтому нифига ты не угадаешь, какую именно нужно выбирать. Все, на последнем месте спавнимся. И чё? Нифига его тут нету. Нужно будет искать его сейчас на авторынке. Калину загрузили. Запрыгнули в нее. Если надо будет, не пиши мне, понял? Залетаем, короче, на рынок. И где он у нас? А, ну вот он. Блин, я вылетел. Ну, на улицу. Все, все, полетели. Прописываем еще раз условия. Напиши верно, ПЖ. Верно. Все, таймим. Сам кинь, у тебя две их. Ты знаешь же, какую? Они так-то разные, но... Самое главное, чтобы он мне ту самую кинул. У меня баг. Я не могу кинуть. Ты говоришь вторая? Ты говоришь вторая она, да? Да, РС-7 спорт. Так, давай попробуем сами кинуть. У игрока уже есть активный обмен. А, блин, тебе релок походу надо. Ок, чаем. Давай, жду. На место выхода зайду. Окей, жду тут. Ничего, подождем, пацаны. Я очень надеюсь, что он залетит. Даже время нужно зачекать. Ну, мне кажется, он заходить будет минут 6 приблизительно. О, все, он залетел, кайф. Я чекнул, у него 35 левел, нифига себе. Еще раз прописываем условия. Верно. Все, таймим. Кидай. Принимаем. Аура спорт на линку спорт. Вы доплачиваете 7 лямов 7.
800 тысяч, да, все верно, нажимаем обмен, и тачки пропадают, отлично. Балтеж, сяп, сяп, удачки. Все как бы ровно, пацаны, та самая RS7 пропала. Вот же он аппарат, не? Не, ну выглядит на самом деле стилево, все-таки клиренс настроен, пацаны, фуловый светик есть. Салон такой заряженный, не? Пробег, конечно, 30 тысяч, но в принципе, мне кажется, за десятку она уйдет. Чекаем максималку, она тут вроде 420. Ну да, машина просто бомба летит, нифига не останавливается. 420 тут макс скорость. Самое интересное это зачекать багажник, потому что тут по-любому за это время что-то накопилось, у меня еще ремок нет. Ма, какая-то ЕПП зона что ли, че за отчет, погнали отсюда. Все, чекаем багажник, тут скины бомжей, водолазная маска и все, но это нам не надо. Еще тип какой-то вшатался навстречку и меня сломал. Не, ну реально спасибо, блин, как мне теперь отсюда выезжать и добираться до заправки. Закупаем ремочки, чиним нашу тачку, ну и залетаем на рынок. Продам RS7, SP, Nitro, FS, клиренс, 30 кобега, 10,5 кк. Чувак, 8 дает. Нет, какие, блин, 8? Год, мен. Сколько ДП? 270 кк. Нет, конечно. Предлагает обмен на Audi R8 без ДП. Нафиг оно надо? Плюсе был бы. А что у тебя? 13 тысяч бега, спорт, нитрос. О, не. Не-не-не. И цена, блин, лямов 8. ТС? 5 кк. Так, 5 тысяч передал. Руля даем. ПТС? ПТС кидаем. 9,5. Не, брат, 10 край. 9,8, Фому. Тебе третий ранг дам. Давай 9,9. 9,8 и третий ранг. Да мне ранг не нужен. Давай 9,9. 9,8. 9,9. Задолбал, кидай. 9,900 кидаем. А, у него КД. Ага. Не, ну мы так-то в нормальном плюсике будем, я вам скажу. О, все, кинул. Ну и он ее забирает. 9,8 лутаем. Удачи. Плюсим мы, конечно, плюсим мы, короче, на 500 тысяч. Прям в моменте вообще отлично. Я не знаю, сколько я бы эту калину продавал. Ну а так, в принципе, все хорошо сложились. Мы в плюсе на хорошую прям сумму, это радует. Так, вот заподозрил себе скутер. Все, воруем, воруем, полетели, полетели, пухляшек, давай, давай. Берем, короче, сейчас нашу АЕшечку. Вот это я понимаю, аппаратура, мне кажется, ее можно даже за 3 сливать спокойно. Эта тачка вот реально для души, она мне очень сильно нравится, но, к сожалению, мы вынуждены ее продать. Залетаем на рынок. Продам АЕ-86, СП, Nitro, FS, 3 кк. Удивительно то, что эта машина особо никого не интересует. Ты просто посмотри, как она выглядит. Это же японская легенда, ё-моё. А салон это просто вообще балдежек. Не совсем понимаю, почему она никому не нравится. Ну ладно, ждем. На каждую тачку по-любому найдется свой клиент. 2 кг ведь более. Мало 2, брат. Другой ПТС попросил. ТС, можно? Ну на, держи. 2 кг, никак, блин. Ладно, седай. Чисто по-братски ему отдам. 2 миллиона кидаем. Сколько едет? 330. Ну, вроде 330, я уже особо не помню. За 2 миллиона он ее забирает. Лям 980 сюда. ПСМ. Плюсим мы с нее на 280 тысяч. Ну, так-то хорошо. Могло бы быть и лучше, пацаны, если бы я подольше постоял. Но, как говорится, время деньги. Я за это сэкономленное время, если что, какой-то вариантик урву, его быстренько перепродам и заработаю еще больше. А тут, считай, еще и доброе дело сделал. Кайф же. Сейчас бы вот какую-то тачку, блин, угнать. Опа-на. Она, конечно, немного подушатанная, но я надеюсь, доедем, нифига навалит. Из нее искры, чё по кайфу летит. В конце ее немного раздолбаем, да и вообще пофиг. Ладно, все, берем сейчас нашу формулу. Я, кстати, не помню, чекал я в ней багажник или нет. Давай сейчас посмотрим. Аптечка, какие-то... Аптечка и вот эти вот запчасти, понятно. Ну, кстати, багажник на 300 килограмм в ней, офигеть. Я думал, тут его вообще не будет, ну ладно. Ну все, залетаем на рынок. Продам формулу 1, СП, КФ, Нитро, ФС, 6 кк. 4. 4,5. 4,2. Окей, садись. Если реально заберет, то вообще кайф будет. ТС мы кинем. Госка тут 1,2, то есть максималка 3,6. Зазом сделаем, тут максималка 3,6. От фрапс или... Давай зазом, давай зазом под фрапс. Ну ладно, гоу. Блин, реально что ли готов эту ракету забрать? Ну так-то, возможно, 4,2 это даже дешево, но я все-таки ее за 3 купил. Опять вылет, да ты издеваешься. Блин, хорошо, хоть очереди нет. Последнее место клац. Вон вроде этот тип меня ждет. Да, отлично, это он. Так, пригнали мы, короче, на низкий. Рюзазик, я пока что тут пропишу условия. А, вот он кидает обмен. Прописываем условия, я обмениваю формулу 1 СП на ваш ЗАЗ с вашей ДП 4,2. Верно, он пишет верно. Таймим, принимаем обменчик. ЗАЗик на Black 1 вам платит 4 ляма 200. Все, нажимаем обменяться, сюда. Спасибо. Он говорит, рынок 8,9. Не, ну это, конечно, жестко, то, что у нее такой рынок,
но я этого все-таки не знал, пацаны, поэтому пофиг, я и так в плюсе на 1.2к, как бы. Да еще и плюс зазик залутал. У меня еще тачка хочет выгрузиться, ну спасибо. Я вам скажу то, что мы в нормальном таком плюсе с этих трех тачек где-то 2 миллиона залутали. Все, зазик гос сливаем, плюс десяточка. Можно, кстати, маркет зачекать. Залетаем, короче, на высокий. Он уже продает формулу, понимаю. Хонду продают. Сколько? 20? Базару нет. Subaru 8 Torque Sport Drift Comfort Pneumo, ну такое. Я тут вам скажу, особо ничего прям интересного не вижу. Panamera за 8 продают. 6.5. 8 и так норм цена, ниже рынка уже нет. Ага, конечно. Давай залетим на средний. Alfa Romeo 3.1. E46 1.2 Torque. SP Nitro E60 2.5 Torque. Вот E60 на донстрабах. Сколько? 4 кака, SP Plus, SP Drift, донстрабы, настройка. Блин, 2.5 предложить? Нет, ну давай предложим. Нет, чально. Subaru 2.2 Torque. Вот еще E60 за 3. Да какие 3? Ну-ка, кабан почем? 1.5 без торга. Да вы что, издеваетесь? Полетели все-таки на высокий, на среднем нифига нет. Я честно, вот даже хз, что мне брать? Корвет продают SP Plus, SP Comfort, что-то там. 2.5? 3. 2.5, ПЖ. Алеша, 2.9. 2.5, ПЖ, ПЖ. А, опа, на, запрыгиваем. Как он сказал, на Sport Plus, и это просто прекрасно. Не, ну этот Корвет, это реально аппарат. 2.5 залетает, Sport Plus забираем. Да, спасибо. Пожалуйста. Просит подвести его до казика, это походу уже база. А, тут еще и гидравлика есть, нифига. Не, ну он реально заряженный, и мне кажется, на такой прошивке он по-любому дороже уйдет. Почем брал ее? Я 6 месяцев назад покупал, она мне не нужна. Блин, ну держак у нее хороший, разгончик тоже. Максималочка 332, ну нормально. Он мне еще бабки накинул, спасибо. 7500 передал, еще передал. От души удачи. Не, ну хорошо, и тачку купил, и денег заработал, почему бы и нет. Мне сейчас очень интересно, сохранился ли тут винил или нет. Потому что если тут есть винил, то она дороже стоит. Нифига себе, тут руль как в E46, чего? Я либо что-то путаю, но он реально похож. Летели сейчас, наверное, в стайлинг-центр. Так, ну че, момент истины. Ну ё-моё, винила нет. Это печально на самом деле. Чекаем багажник, пустой. Ладно, просто номера тогда снимаем, они нам пригодятся. Тут у нас, кстати, Sport Plus, Sport, Drift и комфорт есть? Нет, да, фуловые прошивки сюда просто. Фуловый свет, пневмы нету, есть гидра. Не, ну так-то хороший вариантик. Все, залетаем на авторынок. Corvette, SP Plus, SP, Drift, комфорт, FS, Nitro, Гидра, 4, Torque. 3? 3, 3. 3. Окей, садитесь. Отъедь. Че, реально, прям сейчас так сразу продам? ПТС. Кидаем ПТС. 3.20 беру. Давай, давай, накидывай цену, брат. Он 3.20 дает. Давай этому 3.20 кинем. И он его забирает сюда. 2 ляма 989 сюда. СПС, удачи. Считай, 480 тысяч буквально за 5 минут. А так можно было, что ли? Продам 1.3. Продам 11.3. ПТС. 11 тысяч бега. Спорт Нитро, я понял. Нужно что-нибудь еще интересное найти. Вот на Спорт Плюсе Форд Мустанг. На 6 кака за него. На какие 6 кака? О, формула сколько? 7.5, СП Нитро. Жесткая. Урус продают 12.3 край. 8 тысяч бега, Спорт Нитро с ГОСП 15.3. ГО 12. Ком кроешь? Не, брат, 12 ПЖ. Ну го через ЗАЗ без ком. Не, через БУ. Сам кинешь. Давай 12.50 через БУ. Блин, что-то тут не так, пацаны. Что-то тут не чисто. Короче, 12.1, мы сошлись, фиг с ним. Кидает он 12.120. 12.1 же. Все, 12.100 закидывает, забираем. Да, спасибо. Сябаем. Удачи, бро. И тебе. Честно говоря, я хз, какой рынок на урусы. Но вроде бы стоковые продают по 8 лямов. Тут фул свет у нас, спортик, все дела. Нифига он шарашит. Конечно, 8 тысяч бега, но это не критично. Мне кажется, вполне себе реально его за 15 торг продавать. Типа, по-любому больше 12 мне предложат. Это все-таки урус, пацаны. Это не какой-то там крузак, который нифига не едет. Давай сейчас газулечку в пол. От души. Ема, максималка 368. Ну так-то бодро. Получается, как на F90, если я не ошибаюсь. Что у нас тут по багажнику? Пусто, ну ё-моё. По подвеске нет изменений. Прошивка только спорт и все. Окей, ладно. Так, залетаем сейчас на заправку. Полный бак 95-го бахаем. На заправке нет столько топлива, понятно. В принципе, ничего нового, пацаны. Полетели на другую заправку. Заливаем тут полный бак. Заданку выполняем, ема, кэшбэк. Так, ну все, на рынок залетаем. Продам ламбур.
Урус СП Нитро ФС 8К бега 15К. Рай? 14. 12 возьму. Нет, ты чё, мало? Залетела, короче, на следующий день, чтобы продать эту тачку. Так что сейчас мы хапаем ее за 20 тысяч, офигеть. Ну и летим на авторынок. Ну все, залетаем, короче, на авторынок. Обменный R8 SP. Не, СПС, только продажа. Какой нафиг R8? О, тут за 3 отдают вот этот вот Ferrari F40. Залетаем. Очень хороший прайс, выгрузила тачку. Не, ну ты посмотри, какая она соска просто, не. 3 миллиона кидает, 2500. Бега спорт забираем, тут вроде еще и дрифт стоит, отлично. Спасибо. Спасибо. То вы понимали, эта тачка просто бешеная. Да ты посмотри на ее разгон, это капец. Максималка у нее вроде то ли 368, то ли 420, честно говоря, не помню. Багажник чекаем пустой. Так, дрифт прошивочка реально стоит, то есть он нас не обманул. Гидравлики, пневмы тут нету. Фуловый свет, не, ну очень хорошо, я вам скажу. Яма у нее реально просто бешеная разгон, если я не ошибаюсь, это самая быстрая тачка по разгону, которая только есть в Black Rush. Дрифтит еще отлично, вообще балдежек. Я дурак, я ему предложил 3, хотя мог предложить намного меньше, потому что он уже сам писал типа 3, отдам фастом туда-сюда. Но ничего, мне кажется, по-любому, в любом случае, мы уйдем с нее в плюс, потому что за F40 3 ляма это дешево. Так, ну все, пошла, родная. А, ну да, максималка тут, короче, 368, ну окей, понятно. Драги у меня нету, блин, не могу зачекать разгон, но как вы видите, он реально, блин, баснословно быстрый, шалеть. Сейчас я вам покажу, на что способна эта тачка, у меня есть только одна попытка. Я надеюсь, что мне все-таки получится это сделать. Так, пока что все идет, ну очень хорошо, давай, давай. Ну и в моменте, ема, я перелетел, ты прикинь. Ладно, че, сейчас мы падаем в урос. Ну и летим обратно на авторынок. Так, чувак сейчас предложил 12, я ему сказал 12,7, он взял руля. Очень надеюсь, что сейчас сойдемся хотя бы в 0 или в небольшой плюс. 12,5. Окей, 12,500 кидаем. Урус 13, мага мне помогает. Давай, давай, забирай сюда. Миллион. Ой, 12,375 забираем. СПС. СПС. Плюсе мы с него получается на 275 тысяч. Так, ну все, с кайфом. Мага меня докинул до низкого. Сейчас главное Феррари забрать. Вот она меня ждет. Запрыгиваем в нее. Ну и залетаем на рынок. Да я говорю, залетаем, алё, чё она не хочет? Давай, неужели? Подам Феррари F40, SP Drift, FS 5 Торг. Обмен. Кук ДП. Не уехал просто, видимо, денег на доплату нет. Чувак 3650 дает. Ну гоу. Руль. 5К руль. Передал он 5000, даем. Сколько рюкзак? Так, 1К. Ой, он 300 стоит. Да хз за его рынок. Машину берешь? Шок СП. Дрифт еще. За сколько продашь рюкзак? Я его не продаю. Он что докопался до моего рюкзака, скажите мне. Еще и тачку ломает. Смотри, он реально это делает. Ты и шаг. Еще из БУ выезжает, понятно. Тяжелый случай, конечно. Наверное, аутизмом болеет, я не знаю. Заезжаем обратно на рынок. Ема, чувак пытается перепродать урус. Ну, я пожелаю ему удачи. Так, вроде нашел покупателя за 3500 кидаем. Ну и все, он ее забирает, отлично. 3 ляма 465 лутаем. Спасибо. Спасибо. Плюс мы на 465 тысяч, отлично. Ема, балик у меня 44 ляма уже, шалеть. А за 10 продают формулу, вы шо? За 5,6 торг продают Е60. 5,2 ехала. Блин, 5 есть. 5,50. Купить 150. 5,1 давай. О, открывает, запрыгиваем. Попросил я у него руль, он мне дает без вопросов, красавчик. Хотя говорит, сейчас сядь. Что стало-то? Блин, не могу кинуть лак. Он ее выгрузил, загрузил. Вот, теперь дает руля, отлично. Тут у нас фуловый свет, имба, спорт, пневмы и гидро нет. Клиренса, как вы видите, тоже нет. Ну, за 5,1 как будто нормально. Мне кажется, 5,5 она где-то улетит. Что-то сказал активный, ушел в ФК. Он что, сейчас выйдет, что ли? А, ну да, реально вышел, понимаю. Так, за 1,8 нашел вот такой рам. Беру 1,9. А ну нафиг, ну вот ты откуда вылез, скажи мне. Ну я посижу, может мне за 1,8 кинет. Сток же. Нет, нитро. ТС. Кидай 1,8. Го, 1,9. Ну сейчас посмотрим, заберет, нет. В итоге забрал, вот шакал. Вот так вот из-под носа у меня просто ее забрали. Я в шоке, блин. Единственный нормальный вариант нашел. У Панамера 6,3 торг ФФС нитро. 6, запрыгиваем. 6 кидай. Выкинь Лешу. Кто больше? Иди нафиг, Лёша.
такая. Да, это мне за 6, комфорт, 7000 бега, ну фиг с ним, заберем, попробуем. Сюда, спасибо. Все. О, страбики есть, дальние есть, я думал, она прям пустышка, это неплохо. За 6, конечно, фигово, то, что этот тип сел, я мог бы и за 5,5 забрать, но ничего страшного, багажник тут пустой. Давай его починим. Мне вот интересно, сколько едет Панамера на комфорте, мне кажется, где-то 350. Разгон я бы не сказал, то, что у нее прям плохой, нормально она так фигачит. Дрифтит бомбовая. Максималка 366, ничего себе. Ладно, ехала ее продавать, я думаю, по-любому дороже 6 улетит. Возможно, даже обменяем на что-то. Так, ну все, на рынок мы заезжаем. Продам Панамеру, комфорт, Нитро, FS, 7,5 кк. Короче, тип готов за 6,5 забрать. 500 кидаем. И он ее забирает. Отлично. 6 лямов, 435 лутаем. СПС. Ну и уходим в плюс на 435 тысяч. Довольно-таки нормально прям. Так, сейчас базарю по поводу вот такого Мерса на СП. Гуля 850 и отъедем. Ни тебе, ни мне 1,8. Открывает, присаживаемся. Этой чухни у меня еще не было. Дает он за лям 807 тысяч. Спорт, Госка 1,4. Окей, забираем. Сюда. Спасибо. Не, ну как я знаю, это просто бешеный аппарат. Самое главное, да, пацаны, страбы есть, дальние есть, все как нужно. Нитросик есть, пробег 600. Эта машина просто бешеная. На ней практически нереально зачекать максимальную скорость. Если я не ошибаюсь, на спорте она едет где-то 450-460. Но я вам сейчас покажу, в чем ее главная проблема. Как бы едешь без нитро, вроде бы все нормально. Вроде она нормально рулится, нормально едет. Но как только в камеру возгорания попадает, блин, нитросик, закись азота, тормози. Ее что, пофиксили? А нет, вот улетела. Так на постоянке, сколько ты бы не пытался замерить ее максимальную скорость, ее постоянно будет уносить. Это, блин, реально тачка дьявола какого-то. Ладно, все, на рынок залетаем. Продам Мерс, СП, Нитро, ФС, 2,5 кк. Не знаю, сейчас кто-то купит, нет. А пока что тут понаблюдаю, может, что-то даже интересное найду. Руля, 5к, бро. Так, 5000 дает. Даем ему руля. Надеюсь, не будет сильно торговаться. Я еще Краун Викторию, если не будет, твою куплю. Окей. Дачи пока. И тебе. 2? 2,2. 2 только, бро. Ну, садись за 2. 2 ляма кидаем. Выходит. Ой. Еще раз кидаем. Ну, и он ее спокойно забирает. Лям 980 лутаем. Сяп. СПС. Легчайшие просто 180 тысяч. Отлично. Так, новый промокод активируем. VIP Gold сюда. Вставляем Малфоя за 800. Лутаем рекламу. Яма Венсдей за 600. Чего? Вот за 756 есть. Давай за 600 вот эту заберем. Пригодится.